В дежурную часть отдела МВД России по городу Армавиру поступило сразу несколько заявлений от местных жителей о кражах, а также об угоне транспортного средства. Из домовладений потерпевших были похищены бытовая техника, инструменты, велосипед, а также автомобиль марки ВАЗ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили возможную причастность к серии краж и угону транспортного средства жителя Ростовской области. Три кражи по дачам и один угон, я украл велосипед, на котором потом, когда узнал, что меня ищут, уехал к себе домой в город Шарт. Угнанный автомобиль молодой человек бросил на одной из улиц города Армавира. Похищенный велосипед, на котором он добрался до Ростовской области, он позже продал своему знакомому. Данный велосипед, а также ноутбук были изъяты сотрудниками полиции и возвращены законным владельцам. В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», а также 166 «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведется следствие.